В начале мая в Баку стартует очередной европейский фестиваль толерантности Imagine. По традиции он отличается насыщенной программой, которая включает показы фильмов, как художественных, так и документальных, музыкальные вечера, мастер-классы с иностранными гостями. В этом году организаторы удивят участников фестиваля необычным концертом, который пройдет в бакинском метрополитене. Также в ходе мероприятия будет продемонстрировано более 30 художественных и документальных фильмов. Ожидается проведение фотовыставки французского фотографа, отражающей рабочие будни европейских организаций в Брюсселе. Это возможность не только посмотреть отличное кино, а не только послушать очень разнообразную музыку, но в первую очередь действительно провести дискуссии, поговорить, что нас объединяет, какие у нас общие проблемы и как нам всем вместе их решать. Я очень сердечно приглашаю всех в Азербайджане принять участие в этом фестивале, прийти к нам и вместе с нами подискутировать о нашем будущем. Третий европейский фестиваль толерантности Imagine пройдет в Баку с 1 по 15 мая. Он направлен на популяризацию межкультурного диалога, разнообразия и толерантных ценностей. В этом году фестиваль будет проходить также и в Гянже. Фестиваль посвящен 10-летнему юбилею восточного партнерства. Он пройдет при поддержке посольств стран-членов ЕС в Азербайджане, а также посольств Аргентины, Мексики, Колумбии, Молдовы, Израиля и организации United Cultures. Эсмира Алиева, Джавид Кадыров, CBC.